звали Бобёв. Оба они выступали в бродячей труппе господина Сикорского и делили кров в одном походном фургоне. По утрам они готовили яичницу глазунью из одного яйца. Рыжий съедал белок, белый проглатывал желтую сердцевину. Днем оба ухаживали за воздушной гимнасткой по имени Ия. Рыжий рассказывал ей анекдоты, острил, корчил животные рожи. Белый читал ей чужие хорошие стихи. Господа, поменяйте, как мы будем говорить тебя. Именно клоунов на слуху. Поэтому я принимаю решение. Клоунов мы в труппу при... Спокойно, спокойно, я еще не все сказал. Мы клоунов примем в труппу, но не на главные роли, а, так сказать, во второй состав. Вот этого вот Белого все равно ничего не может запомнить. Мы поручим ему исполнять такие пятиминутные пантомимы там во всяких серьезных драматических спектаклях. Такие интермедии, правильно? Правильно. А вот этот рыжий, который орет все время, он же острохарактерный. Пусть он играет на детских утренниках какие-нибудь эпизодические роли. Правильно? Правильно. Замечательно. Все, по-моему, все нормально, все нормально. Все, входите, господа клоуны, точнее, господа артисты. Thank you.